это стрим начинается в Соединенных Штатах Америки, в городе Йорк. Это выставка Max Show 2023, и непосредственно здесь мы с вами будем праздновать мой день рождения. Я сегодня именинник, меня сегодня все поздравляют, я сегодня радостный хожу, и сегодня еще и рабочий день большой, я снимаю видео здесь непосредственно, чуть позже вам покажу видео, которое, ну, непосредственно то, что я снимал, это за столом German History вся штука происходила, но плюс ко всему еще сейчас мы отсмотрим с вами аукцион. Вы пока проходите, рассаживайтесь, занимайте свои места. Вещи еще тоже можно будет показать. Сейчас аукцион, потому что заканчивается. Буквально у нас осталось по несколько минут. То есть, видите, аукцион War Story. Мы сегодня здесь зашли вот так вот через мобильную часть. Видите, стрим идет. Вот. И с вами финал вот тоже сейчас по старой доброй традиции. Отсмотрим все, что вот здесь происходит. Как только отсмотрим, сразу начнем еще и пообщаемся. А еще и после этого всего дела я видео опубликую, которое уже готово тоже с вещами по итогам предыдущей выставки, потому что здесь еще ничего пока что не отснялось. Итак, одна секунда. На них были ставки, эти кортики не выйдут на постаукционные торги, а вот, например, Радовский тесак, видите, начальная цена 144 тысячи, он на торги выйдет. Здесь вот эти предметы, они от меня, но здесь вот просто не подписано, что они от Алексея Сильченко, нужно будет исправить эту досадную ошибку, мы это сделаем, будем подписывать. Вот. Здесь ушло по уходам. Кортик Люфтваффе, значит, у нас еще идет, да, текущая ставка 120 тысяч. Это он, получается, ушел. Я вам тоже покажу сегодня кортиков Люфтваффе непосредственно на выставке, но на выставке я им лично не купил ни одного кортика Люфтваффе, потому что, ну, либо цена, либо состояние, либо сборность и так далее. То есть, ну, в общем, это я вам... Здесь есть. Так, член команды линейного крейсера ушел. Нагрудный военный знак вспомогательного крейсера не ушел. Он уходит у нас на постаукционный. Что дальше? Не ушел знак стрелка-радиста, который есть. Он тоже пойдет на постаукционные торги, будет торговаться. Штык К-98, 38 тысяч, продан. Книги вот эти вот, Джон Анголия, это 4 книги. Кстати, можно будет посмотреть, здесь есть большой такой зал с книгами, большая, это, как он называет, господи, большой стенд с книгами, можно будет посмотреть и увидеть книги, сколько они стоят непосредственно. Это где-то примерно $400, но, господи, магазин. Вот. При этом Анголия, вот эта вот униформа, она продана. 24 тысячи, там тоже несколько книг идет. Что еще идет? Взрыв не продан, взрыв магазин пойдет. И так, два продано штыка. Один, получается, Кенфилду. А, и второй тоже Кенфилду. Они оба проданы. Давайте обновим страницу, посмотрим. Опа. Посмотрим, как тут дела дальше идут. Для тех, кто только присоединился, скажу, что это стрим, прямой эфир прямо с Max Show. И здесь конкретно мы с вами сейчас отсмотрим аукцион, посмотрим. Спасибо большое за поздравление. Посмотрим, отсмотрим аукцион, как он закончился, и пойдем пройдемся по выставке. Прям будет такой вот в прямом эфире. Вот, может, даже кто-то вот будет хотеть посмотреть какой-то стол поближе. Да не вопрос. Значит так, квалификационный знак Люфтваффе, пилот. Вот мы видим знак. Значит, 3500 мы наблюдаем. Дальше квалификационный знак Люфтваффе наблюдатель. $3000. Потом дальше знак парашютист Люфтваффе. $2000. Пряжка Майнера Хайстро. Это, значит, у нас пряжка СС. Она здесь выставлена за 1250. Я вам сейчас фокус покажу по поводу заряжаний цен на War Story. Так, привет из Екатеринбурга. С днем рождения. Спасибо. Есть. Так, так, так. У нас есть здесь стол непосредственно. Yeah. У нас здесь есть вот German Historica стол. И здесь же рядом есть еще стол с наградами. И вот мы видим здесь знак непосредственно. Видите, он здесь стоит $2000 парашютист. И вот мы сюда переходим. И здесь он тоже стоит, хоп-хоп-хоп, $2000. Это вот прям... Дальше мы здесь смотрим, что еще из чего здесь, вот, например, цену можно увидеть. Эти $900 нагрудный знак эсминца и точно так же. Sorry.
Вот мы здесь видим точно так же $950 стоит этот знак. То есть что это говорит? Это говорит о том, что если вещи из США продаются, я их прямо так вот ставлю по цене, по которой они идут на прилавке. Я отбираю какие-то такую мякотку, прикольные предметы, которые, вот, например, ну вот условно там яичницу, да, вот такую вот шитую. Найти можно, я поэтому ее проигнорировал. Вот, например, вот такой вот знак парашютиста найти сложно, поэтому он здесь выставлен. И вот какие-то такие вот вещи я отбираю, это как бы вот мой сервис, и по сути моя комиссия — это то, что идет сверху к аукциону. Вот такой вот получается будет такая модель бизнеса, потому что таким образом я вам могу показать больше материала, который вот присутствует здесь на выставке. С днюхой, спасибо! Значит, что у нас здесь? 10 минут, получается, до окончания вот этих предметов у нас. И еще дальше у нас идет, вот видите, такие еще 3 страницы предметов, уже не очень дорогих. Эти 3 страницы предметов мы тоже имеем шанс еще поторговаться за них. Вот эти непосредственно вещи из США. Мы тоже будем писать, например, вот здесь вот в дальнейшем, потому что это не совсем удобно для навигации, когда просто пишется пряжка Майнера Хайстроя, например, и не пишется, что она из США, да, то есть там есть, оп, вот так вот мы поставим, вот она, непосредственно. То есть можно посмотреть в категории, если мы сюда заходим. Так, категория прочий антиквариат. Не, надо будет завести категорию США, и непосредственно можно будет отслеживать вещи, которые вот так вот с прилавка, без лишних наценок, как вы видите, она идет сюда. Вот тут 2000 и вот здесь 2000. Прям огонь. Значит, так, что давайте мы с вами посмотрим здесь. Квалификационный знак пехотный. Юнкер. Вот он здесь, Юнкер. Мы видим, этот знак у нас находится в Питере. Этот знак в Питере находится, за него нет. Вот цена 32 500 рублей. А видите, рублевая цена, значит, предмет находится в Питере, и за него не надо будет платить дополнительных каких-то комиссий и так далее. Если знак вот находится в США, то вот, например, за такого вот парашютиста еще где-то там $50 нужно будет доплатить. Ну, это чисто как бы такая растаможка. Вот, еще у нас здесь идет, остается вот... Чун-чун-чун. А, это уже следующая волна. Ёшкин кот. Что, куда я смотрю? Смотрите, 8 минут до окончания аукциона. Вот он, 8 минут, 8 минут. А дальше идет 6 дней. Это уже до следующего аукциона. Значит, сейчас мы перешли на другую концепцию проведения. То есть концепция проведения сейчас заключается в следующем. Мы ставим раз в неделю вещи, которые будут публиковаться, точнее, заканчиваться через месяц. То есть, грубо говоря, мы раз в неделю пополняем наш аукцион, и он идет, условно, постоянно, на постоянной основе. Это очень удобно для тех, кто не хочет ждать просто какого-то конкретного числа в месяц. Это чуть лучше продавать, показывать предметы, нежели... просто сразу, например, 200 штук за один день отторговывать. Для многих это удобнее. Мы сейчас собираем также обратную связь, но вроде как пока как раз больше людей довольно, нежели недовольно. Но люди жалуются, что меньше стало видео аукционных. Видите, здесь как бы для всех хорош не будешь. Кто-то жалуется, что слишком много их стало, кто-то жалуется, что слишком мало. Но сегодня у меня день рождения, поэтому я делаю, что хочу, поэтому будет и аукционное, и выставочное, и вообще все на свете. Значит, давайте с вами куда-нибудь пройдем. Вот, например, тот же самый стол Герман Хисторики, который я с вами уже как бы подсмотрел, который будет показан на видео буквально, может быть, через пару недель. Здесь есть прям такая большая коллекция СС. Вот непосредственно Герман Хисторика, Стефана. Здорово. Вот. Hello from Russian subscribers. So, здесь мы видим... вещи, которые относятся к категории культурных ценностей, это головные уборы СС, ремни, фуражки, шлемы и так далее и тому подобное. Все эти вещи будут торговаться на аукционе, и это будет аукцион. Вот здесь у нас есть хоба, каталог. Соответственно, этот аукцион с такими хай-энд вещами мощными, он 18 октября будет непосредственно проходить. Видите, он очень тематический. Здесь именно торгуется коллекция, одна или две там больших коллекции, которые всегда, которые разбили на 4 части. Эти 4 части будут торговаться там, ну, на протяжении следующих, по-моему,
или одного года. Это самый большой, получается, аукцион по нашей тематике, по тематике военных сувениров. И это одна из самых больших коллекций, которая была. То есть здесь вот полностью каталог вот такой присутствует. Давайте спросим. Стефана, yes? How can I get this catalog? I mean, how can... You can order yeah. People our website, yes. Yeah. You can so, order. And they can, like, receive this they type of... They receive this. Okay. This was a copy that we print because okay. we have some problem with the custom. Okay. So, and, like, next time for upcoming auctions also... No, it's just ready. Uh-huh. If the catalog is ready, if they order online in... Короче, если заказываете вот такой каталог, то он к вам приходит буквально за несколько дней, можно на сайте, если что-то заказать, ну, либо меня можно тоже спросить, я помогу, что там и как с ними. Так, здесь у нас остается 5 минут до окончания нашего аукциона тематического, и давайте еще тоже пройдемся по выставке. Здесь у нас, смотрите, что есть. Знак Геринга в бриллиантах. Вот он непосредственно здесь присутствует. Вот он, летный. Видите, это вот такой вот один из предметов. Здесь всегда за этим столом. Что-нибудь выкладывается такое, то, что one of a kind. И вот все смотрят. Он, по-моему, вообще без прайса, без ничего выставлен. И люди ходят, любуются. А когда здесь были, по-моему, 1.5 года назад на SOS-шоу, за этим же столом выставлены фельдмаршальские жезлы, здесь было 2 сотрудника полиции, которые следили 24/7 за предметом. Просто вахта была поставлена, потому что там предметы, там общей стоимостью, там чуть ли не больше ляма долларов. Так, спасибо, движухой. Ну вот, гуляем сейчас по непосредственно Макс-шоу, ну вот, и смотрим, что здесь есть. Я уже практически все шоу, что называется, отработал. Я прошел уже практически по всем столам, и где-то взял побольше, где-то взял поменьше предметов. Будет тоже стрим по итогам, когда я уже в отель попаду, в более спокойной обстановке. Но прикольно получилось нахватить пару коллекций не очень дорогих предметов, но при этом очень классно. В варианте. Вон, кстати, наши ребята из... Epic Artifacts, только Дэйва сейчас здесь. Нет, помните Дэйва? Вот непосредственно его стол. И здесь мы периодически, регулярно снимаем видео. И вот когда он придет, после стрима можно будет тоже снять. Это во Флориде? Нет, это не во Флориде. Это штат Пенсильвания. Это город Йорк непосредственно. Томас Витман присутствует, сейчас общается, мы видим. Видите, такая вот движуха идет именно... как это сказать? Движуха идет, в общем, мощно. Выставочная. Есть вот такие штуки. We buy military items. То есть мы покупаем всякие военные штуки. И всегда около таких выставок есть непосредственно военные штуки, которые они купили по объявлениям. Кинжалы СС, кинжалы СА, кинжалы НСКК, вот такие вот кортики Люфтваффе, кортики армейские в разном состоянии, в разном виде. Я, получается, Томасу привет из России, передал Томасу привет из России, из Украины, из Казахстана, из Германии, из Латвии, из Литвы. Все это дело... очень охотно принимается. This is a live stream. You like, yes. like to speak with yourself. Yes, you know? Yes. I like to speak with myself and with 105 people. Followers. Yes, followers. Yes, right. Yes. Okay. Yeah. Hello, that's followers. Philip Lehmann. From Belgium. From Belgium and his son. Yeah. What did you find? Can you show us? Oh, that's a nice one. A good condition yeah. to find. Mm-hmm. Yeah. The blade is also very good condition. The early one, dated. Yeah. Oh, it's early. Almost mint, yeah. And you see like the early production. Oh, mm-hmm. Has these lines on it. Okay, yeah. Oh, it's good to know. Yeah. Really good condition. That's why I wanted it. Yeah. You have the stamp yeah. there. Imperial is the most common one, but yeah. the condition is nice. Thank you, yeah. Alex. Okay, so... Дальше, что у нас здесь есть? Вон, CNT аукцион здесь стоит. Very good. CNT аукцион здесь непосредственно. Мы уже получили вещи отсюда, с этого аукциона. И мы будем
эти предметы привозить. Вот мы эти предметы привезем уже скоро, то есть скоро предметы будут и будут уже переданы на доставку непосредственно в тех странах, где они заказывались, в том числе, везде, потому что у нас есть тоже из России, из Казахстана ребята, из Германии, но просто было невозможно переслать эти предметы из... просто. Ну вот, поэтому мы их здесь забрали, их сюда привезли на матч-шоу непосредственно. А до этого можно было только не холодное перетащить. То есть, грубо говоря, там все снаряжение, все-все-все вот эти предметы, они были отданы раньше. Вот, так, давайте еще здесь посмотрим. Чу-чу-чун. Так, Алексей, привет. Сейчас я буду читать комментарии. Вот, потому что нужно закончить стрим сначала. То есть у нас 28 секунд у нас остается до окончания. Так, так, так. Связь отвалилась. Да. Ладно. В общем, здесь 28 секунд оставалось до окончания аукциона. Тем не менее, в аукционе эта концепция заключается в следующем. Я нахожусь здесь, в Штатах, и у меня здесь оформлено, грубо говоря, предприятие. То есть я могу на фирму принимать деньги и там все делать, грубо говоря, функционировать полностью нормально. Соответственно, я могу брать здесь вещи и получать здесь там переводы. И вот эти вот все переводы организовывать, что сейчас невозможно за счет того, что вот эти вот все свифты отключены и так далее и тому подобное. И плюс есть еще там пул предметов, которые действительно интересны для коллекционеров, но, допустим, они просто уже по цене выходят достаточно прилично, хоть предметы хорошие, но просто из-за цены как бы он подбуксовывается и не берется. Таким образом, получается, рынок его как бы лишается. Ну, чтобы не лишать этот предмет рынка, а рынок этого предмета, можно эти предметы просто публиковать за те деньги, которые непосредственно у продавцов стоят. Соответственно, я что делаю? Я беру, например, какой-нибудь знак, который стоит 2000, ставлю его тоже за 2000 на сайт, и у меня есть 15% комиссии, это процессинг, грубо говоря, если вы его покупаете. Вот и все. И дальше еще шиппинг, как мы привыкли с CNT-аукциона. Тема работает отлично, все довольны за счет того, что вот Мэтт. This is a live stream. Oh, happy birthday, Alex. Oh, thank Many you. Many happy returns. Thank you, thank you. So, with Мэтт, we're gonna film one more video. And with Brian also, because it should be nice video today. Yeah, no problem. No problem at all. Look forward to it. And what else? About Abby. Что... Что еще? Вот. И поэтому, короче, я сейчас публикую предметы. Вот, например, здесь есть кортики. Вот, к примеру, там кортик за 1595, то есть $1600. Я его точно так же за ту же самую $1600 опубликую на сайте. Если он вам понравится, то вы его можете получить. То есть просто комиссия платится, это комиссия 15%. Такого нет. Даже вот, ну, типа дилеры, которые находятся в одном городе, за 15%, ну, как бы, себя от стула не оторвут, понимаете? Здесь возможен весь процесс со всеми переводами денег и прочее, при этом еще с гарантией и страховкой, если вы, если предмет теряется, то вы получаете просто деньги обратно. Вот, этого тоже нету. Давайте теперь походим просто, потому что все, аукцион закончился, hello, Alex, аукцион закончился, давай, спасибо, с днем рождения. Давайте теперь походим по слету, по залу и посмотрим, что вообще есть у людей непосредственно. И плюс еще почитаю комментарии. Вот, например, здесь есть отличный... this is a live stream for my Russian-speaking audience. Вы все видели... О, привет! Вы все... Видите, все тут прям максимально френдли. Значит, здесь у нас стол, на котором практически ничего не продается, потому что коллекционер, бывший инженер Боинга, сейчас...
собирает на пенсии предметы. Это кинжалы СА, кинжалы НСКК. В основном он фокусируется на НСКК, у которых есть вот такие вот бирки. И непосредственно на этих бирках он сфокусирован за счет того, что это прям вот, как это говорят американцы, анышью, то есть невыданный предмет, который никогда не использовался. И он не потерял заводскую упаковку. И вот такая вот заводская упаковка непосредственно здесь вот демонстрируется. Что-то из этого, видите, например, вот было утрачено, но здесь, например, не все с этих, как их называют, не все с кинжалов. Некоторые из них, они просто с партийных вещей, таких как, допустим, орлы навершия на флаге или какие-то другие партийные вещи. Соответственно, они все делались по специальным таким вот этикеткам, был специальный контроль качества РЗМ, и поэтому они вот таким вот образом маркировались, потому что немцы в этом плане порядок делали. Так, как я понимаю, ты из Германии, уже очень много вопросов у тебя. Нет, я сейчас в Штатах нахожусь. Давайте почитаю сейчас комментарии, товарищи, и комментарии я прочитаю, какие-нибудь интересные оттуда вопросы возьму. И если есть вопросы, сейчас пишите, потому что в целом здесь сейчас вроде есть Wi-Fi, вроде есть качество. Напишите мне, как качество, кстати. И можно будет, опять же, походить, посмотреть. Здесь есть прикольный стол, короче, мы сейчас туда к вам подойдем, там есть... Этот, как его? СВТ-38 и трехлинейка. Трехлинейка царская. Просто пушка СВТ-38 в родном Воронении. Судя по всему, из Финляндии. Я скажу, почему я так думаю. Так. Давайте сейчас комментарии. Так. Сейчас мы посмотрим с вами. Так, спасибо. Днем рождения. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Так, hello, Алекс. С днем рождения. Спасибо. Алексей, как вы начали заниматься коллекционированием? Коллекционированием я начал заниматься там в несколько стадий. Первая стадия, основная стадия, это был 11-летним маленьким Алешей. Я ходил в лес с батей и набирал там всякие гильзы, патроны, значит, мины, хвостовики от мин, что еще там, всякие гранаты РГД и прочее барахло, которое выкидывали из раскопов копоря непосредственно. И я все это дело клал под... Батя запрещал мне, естественно, это брать. Соответственно, я все это дело клал в корзинку под грибы. И вот так вот это нес. Вот. И был еще такой ручей. У нас там это болото Хлебное называется. И вдоль него ручей, то ли угрюмый. Ну, какое-то такое название восточноевропейское прям. Ну, вот. И этот ручей богат моими трофеями. До сих пор, я думаю. Потому что вот там был, грубо говоря, бревно, которое ты переходишь. И мы подходили к этому бревну. И прежде чем его перейти, он брал, он открыл корзинку к осмотру. Грибы вот так сначала с одной стороны сдвигал, все выкидывал в ручей. И потом с другой стороны тоже все выкидывал. Иногда у меня получалось какие-то там, ну, фигню какую-то проводить, проносить там какие-то каски, еще что-то. Вот. И эти каски тоже мне не разрешалось носить. Поэтому я уже буквально, когда вышел примерно из-под родительского контроля, начал что-то собирать более-менее каким-то образом там, оформленное. Вот. И у меня еще была фишка в школе. Я подходил к учителю истории, к каждому, который приходил, и говорю: здравствуйте, значит, я вот такой-то, такой-то. Я хочу провести урок, значит, по вещам. Что ты можешь рассказать? Я говорю, я могу рассказать про войну. Ну вот, у меня есть куча всяких, значит, музейных экспонатов. Я приносил с собой, значит, большой мешок такой с ржавчиной внутри вот этих копанных вещей. Выкладывал вот так вот на столе и рассказывал одноклассникам. Некоторые из них это по несколько раз слушали. Вот сколько раз учителя были, вот столько раз это слушал. Они такие вот так вот. Таким образом, я еще и стал коммерсантом и зарабатывал свои первые пятерки. Понимаете? Вот. И, в общем, тоже было интересно. А именно собирать, коллекционировать какие-то предметы, если мы не берем именно капонину, потому что капонина из сталкерских каких-то побуждений, потом в дальнейшем это были уже там поиски бойцов и командиров, пропавших на полях сражений, да, то есть и там у нас был студенческий поисковый отряд, привет Ингре, привет СПБГУ, соответственно, там мы не брали просто вещи. Внимание, в дыре! Please come to the front desk. Такаши Акизаки зовут. Такаши Окизаки. Thank you. И благодарят. Вот, значит, что ты мне говорил-то? А, ну вот. И, короче, когда мы смотрим не на вещь... А, вот. Да.
Короче, нельзя было в Ингрии в поисковом отряде брать предметы с собой вообще. То есть мы не копали на немцах, мы копали только на советских позициях, либо на немецких позициях, но не на самих немецких позициях, а перед ними, где были основные боевые потери. И там вот что-то с собой в карман, короче, прибрать, это... Ну, такое, как бы. То есть ты находишь пряжку мельхиоровую, настоящую, крутую пряжку в там, приличном состоянии, да, где-нибудь в болоте. Ты видишь, что она, блин, с кожаным хлястиком, ты видишь, это привет Андрею. А вот он ее нашел. И пришлось отдать в музей, как бы, поисковый ряд. Находишь каску с подшлемником там внутри, там все прикольно, все равно приходит. Приходится отдавать в музей поискового отряда, что есть хорошо, потому что на самом деле музей интересный получился, музей прям классный. В общем, такая именно тема Капанина, она была вот не столько трофейная, сколько вот именно ради интереса и таких сталкерских побуждений, в определенной степени патриотических. По дальнейшему уже моменту, то есть когда мы брали предметы, условно, когда я начал собирать уже вещи не копаны, это скорее, наверное, уже там класс 11, когда я стал реконструктором, и, грубо говоря, реконструкция, это тоже такой, можно сказать, как тип коллекционирования, потому что во время того, как ты собираешь свой реконструкторский комплект, ты как бы собираешь непосредственно свою коллекцию. Да, она в основном состоит из каких-то новодельных вещей, но тем не менее. Но в какой-то момент я понял, что мне нравятся оригинальные вещи, а оригинальные вещи нельзя носить на реконструкцию. И таким образом я как бы из реконструкции мал-помалу вышел. У меня были машины, которые я разбирал, которые я ну, там, ездил в Европу за запчастями, и до меня в какой-то момент дошло, что можно просто брать не запчасти, а, например, приходить, вещи, которые я действительно люблю, знаю, которые я знаю, как отличаются оригиналы от неоригинала, точно так же приезжать в Европу, покупать и предлагать людям, у которых экспертиза меньше, чем моя. И вот таким вот образом, мало-помалу, у меня пошло и коллекционирование, и работа. И вот сейчас я получил визу О1, визу для... экстраординарные способности в определенном поле. Вот это поле военного антиквариата. Здесь я как автор самого большого блога в мире, что подтвердило правительство американское, и непосредственно мне выдало такую визу. Таким вот образом, наверное, с запрета бати на собирание всякого ржавого барахла из леса, вот, у меня этот интерес и развился. Как-то так получилось. Интересный вопрос, кстати. Так. Дальше что у нас здесь? О, пума. Смотрите, пума на накладках на деревянных. Кстати, любопытная. How much is this puma? If it's not priced, I don't know, and he'll be right back. Uh-huh. And there is no scabbard, right? I don't see one. Ah, but this is a puma scabbard, actually, on this knife. Ну, смотрите, здесь пума с деревянными накладками, и рядом лежит просто обычный нож с... пумовскими ножнами, то есть сюда переставить, восстановить справедливость, получится прям нормальный нож любопытный. Сейчас мы узнаем цену. Вот сколько. Я его не видел. Yes, please. Угу. Так. И здесь еще один тоже боевой нож. Но тут прям чувствую себя как в Бельгии. Оригинал. Ну, как бы и этот оригинал. Это причем редкая версия с деревянными накладками. И по виду, видите, он немножко уточен вот здесь. Но при этом вид все равно имеет. И приличные ножны пумовские. Ну да, вот она справедливость вот такая. And how much is this knife and this complete? Don't know how much. Uh-huh. And is there anybody who knows? He'll be back here in a few minutes. Oh, okay. Okay. I'm just watching it stable. Okay, thank you very much. Так, вот сейчас мы так вот положим. Вот таким вот образом. Оп. Thank you. Thank you. I'll be right back. Вот, в общем... Любопытно. Напомните мне потом подойти к этому столу, на самом деле, потому что я сейчас вот так вот завис, на одном месте что-то говорил и увидел предмет. Так бывает, кстати. Я так сегодня нашел прикольную вещь, потом вам расскажу. Так, Бельгия на связи. Бельгия, здорово. Давайте досмотрим с вами
здесь, кстати, коллекцию, потому что потом уже, чтобы отсюда уйти. Здесь НСКК кинжалы, раз, два, три, четыре, пять штук, и все они вот здесь вот с бирками. А здесь прикольный такой курьез получился, бирку не там, где положено, а вот сюда вот на кольцо повесили. Я, кстати, снял все эти бирки, отфоткал просто для себя, и я потом это дело... Стрим останется в записи? Стрим останется в записи. Обязательно. Стрим останется в записи. И вот всем его сбрасывайте. Делитесь тоже. Привет из Крыма. Всем здорово. Привет. Спасибо за прекрасный рассказ. Так. Привет из Баку. Есть мачете Люфтваффе? Я не видел, но наверняка есть. Алексей, что-то по миниатюрам, по корде. Ой, да, есть. Есть такая тема. Если вам интересны какие-то предметы, вы можете написать мне в Телеграм, в личку непосредственно. Либо оставьте... Либо я оставлю мной связаться. Либо можете перейти на antiquar.ru, либо на warstoryauction.ru.com, и там просто через форму обратной связи со мной связаться. То есть мне теперь прилетают уведомления. Потому что была проблема, что до меня было просто не дописаться, не дозвониться. Соответственно, эту проблему решили. Сейчас я настроил все уведомления, и можно уже непосредственно... как это говорится, связываться. Ну вот, и сейчас я наконец-то отвечаю на сообщения. Я охренел, когда я увидел, сколько сообщений неотвеченных мной. Ну, смотрите, кстати, здесь эти фильмы показывают «Битву за Москву», там «12 панфиловцев» и этот, как он называется, «Т-34», тут же тоже фильм есть. Так вот, я охренел, когда узнал, увидел просто, сколько людей писало и не смогло дозвониться, потому что просто они улетали в ящик и не скидывались мне, не редиректились на почту. Поэтому сейчас пишите в форму обратной связи, всем отвечу, всем расскажу, покажу. Если какие-то вещи интересны, если просто интересна эта тема, пишите, и я буду отвечать. Так, далее давайте. 34 тысячи долларов стоит флаг вот такой. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на 8 штатов. Видите? Вот такой вот прайс может быть у вещей периода гражданской войны. Особенно по конфедератам все это дело ценится. По конфедератам ценится здесь, потому что очень часто либо проигравшая сторона, либо сторона как бы более темная, более закрытая, ценится выше. Ну, Ратисбонс здесь непосредственно ценится по понятным причинам. Поэтому, например, конфедераты непосредственно проиграли войну, но очень большой интерес именно конкретно к этой теме. И учитывая, что вещей не так много именно вот конфедератов, они становятся все дороже, все реже, и очень большой интерес у людей к этой теме присутствует. Так что тоже вот такой вот любопытный момент. Ну, вы видели, 34 тысячи долларов за флаг, это как бы такая абсолютно нормальная цена, нормальный прайс. Хорошо мотивируешь. А скажите, на что мотивирую? Может быть, это меня смотивирует в ответ. Понимаете, обратно. Ну, вот еще, знаете, типа, а цены здесь начинаются от $1. Смотрите, вот можно просто руки купать в жемчугах. То есть, например, брать вот такие вот вещи и перебирать. Видите, что... Ну, это, короче, американцы любят нашивки. Это прям часть национальной, можно сказать, культуры, вот эти нашивки. И мы здесь видим, что их великое множество. То есть, например, это в основном полковые эмблемы всякие разные и так далее. Значит, так, Алексей, хотел... Так, Rock Music World всегда в Леглезе, да. Так, привет из Израиля, здорово. Сколько стоит штык... за сколько продают штык Маузера? Штык Маузера, это, знаете, как BMW. Я даже если не говорить серии, за сколько продают BMW? Вот. И тут, как бы, вы понимаете, что вопрос слишком обширный для того, чтобы за него ответить. Потому что если вот там штык Маузера, ну вот, например, можно найти там штык Маузера, господи. Ну вот, например, вот $850. Дресс Байонет. Это обычный штык Маузера с без травления даже. Он стоит $850. Просто потому, что это Эрнст Пак в хорошем состоянии на подвесе с темляком. Подвес стоит где-то порядка там $150-$200. Темляк стоит порядка $100. Все остальное штык. Вот таким вот образом здесь есть. Или, например, дальше что у нас тут? Ну, вот такие вот предметы, видите, они просто могут цениться сильно за счет того, что он в ментовом состоянии, в идеальном. Но если мы берем, например, какой-то обычный, ну, вот, к примеру, давайте, я здесь был парник, недалеко отложен, я думал его взять, не взять. Тоже давайте с вами подумаем на этот счет. Подумаем с вами на этот, где у нас этот парник.
Тин-тин-тин-тин-тин. Он прикольный был, потому что у него люфтовая жаба, подвес люфтовый. И подвес люфтовый, это интересно. Он, во-первых, коричневый, во-вторых, он с ЛБА. На боевых местах, непосредственно, если, например, брать там немецких парашютистов, у них очень много снаряги было как раз именно отмечено ЛБА. Вот я буквально перед стримом его смотрел. Вот он здесь есть, мы видим. Видите, флаг регимент номер 33, первая. Батарея, это 38-й год, скорее всего, коричневая кожа и вот такие вот заклепки. И-и-и. Вот, штык. Штык стоит $500. Вот, и получается, вот можно еще с небольшим торгом взять вот эту дополнительную к нему жабу. Вот такой вот штык на деревянных накладках. 460. $460 он стоит. То есть, грубо говоря, за $460 вот такой вот штык, он не в идеальном состоянии. У него подтонированы ножны. То есть, чтобы вы понимали, да, то есть я сразу скажу. Подтонированы ножны. Вот здесь вот у него. Это причем по фотографии хрен кто скажет. И вообще, ну, типа там на eBay или где-то на мешке, там люди этого не будут говорить. У вас уникальная возможность. Вот, соответственно, здесь была ржавчина. Ржавчина удалена и ножны подтонированы. Если не знать, куда смотреть, и не увидишь. Вот. Он сам по себе такой приятный, вот, но за счет подтонированности я лично, ну, то есть, как бы это была бы цена прям вообще небольшая. Он вышел бы 500, я думаю, там, 50, наверное, с подвесом, он бы его отдал. Вот, но люди предпочитают, во-первых, бакелитовые накладки, во-вторых, уже когда что-то с ним вот было, что-то ходило, вот, этот такой момент. Плюс еще на него дорога выйдет, $200, то есть, грубо говоря, он там из 500 станет 700, вот, собственно, от этой цены еще плюс комиссия должна быть, правильно, и вот это будет его уже цена отпускная, вот, даже без комиссии он, получается, выходит в районе 700, просто чтобы вы понимали, как бы, калькуляцию, да, потому что сейчас, ну, просто обычную посылку отправить из, допустим, там, Америки в там, Питер, это будет стоить там денег. А если это вот такая вещь, грубо говоря, специфическая, которую надо именно растамаживать, это уже абсолютно другой вопрос. Что еще у нас с вами здесь присутствует? Вот такие вот тоже вещи, вот столы, например, да, со всякой всячиной. Это, как правило, люди, которые просто вот именно скупают у населения в своем городе что-то, и вот у них тут есть и монеты, и вот такие каталины игрушечные, и вот примуса, вот, например, 44-го года. О, кстати, вот кто Люфтшутц спрашивал? Нет? А, нет, это не Люфтшутц. Вот. Так, что у нас тут по Люфтшутц? По Люфтшутц сейчас найдем что-нибудь. Вот. И вот такие вот все вещи абсолютно разношерстные, и вот видно, что бралось... А, sorry, is it your stuff? How much is this Puma knife? That one right there, I'm asking $175. It hasn't got a scabbard. That one does not have a scabbard. And with a scabbard? That's a scabbard for that one over okay. there. Okay. And how much is all together? I'm going to find out. I'm asking $225 for that one over there. What is the best price for all complete, like for three pieces? Like scabbard and two knives? And that 75 off would be $425. $425. Ну что, сейчас нужно будет подумать, брать, не брать. How you doing? Can I look at this? At $375? I do even four. Так, нет клейма здесь. Because there is no stamp here. Okay. So $375 now. Okay. Okay. Okay, let me think about it. В общем, сейчас походим. Походим, посмотрим. То есть из минусов. Да, нож редкий. Из еще одних плюсов. Ножны на втором ноже стыкуются отлично с этой пумой. Из еще плюсов. По факту оно того стоит на самом деле. Ну, вот, потому что 4 сотни за этот предмет, это недорого. Потому что там типа еще остается нож просто без ножен. Нож без ножен можно отдать. Грубо говоря, там, ну, наверное, где-то за 200, по идее, надо забирать. Но
на меня напала душность, и я вот сейчас думаю, забирать его или нет все-таки. Вот, хотя если вы смотрите этот стрим, вы находитесь в этом зале, то у вас есть чудесная возможность меня опередить. Ну вот, и мы даже это увидим на своих экранах, смотрите, это подтверждение этих слов. Ну вот, что еще у нас здесь присутствует? Здорово. Я стрим снимаю. Прямой эфир. А, ты меня не снимаешь. Не, я себя сейчас снимаю, прямой эфир. Отлично, спасибо. Мы тебя, кстати, видели недавно на YouTube. О, на YouTube? Да. Слушай, а я слышал про YouTube что-то. Была ты такая. Там стоишь. А. Про прошлый это брат мой. Это... Да, ладно, брат, сестра. Нет, вообще все мы братья, все люди братья. Ты будешь в Германии? В Германии, да, я через через месяц там буду, я примерно на месяц поеду. Но я буду, я там прилетаю. А, не, я пока тут. Не а, еще, да. В Синей буду. Видели кого-то на Ютубе, похоже, вы на меня говорили. Вот. А, я что хотел... 38. Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года. Просто пушка. Я вам ее покажу буквально через сколько-то секунд. Да, даже минуты не пройдет. Ну вот, сейчас мы ее найдем с вами. Где-то здесь она была. Хотите, можно еще к столу Джонсона подойти, посмотреть на вещи различные. Нужно будет идти интервью снимать. Короче. Вон, смотрите, СВТ 38, 1940 год. То есть это самозарядная винтовка Токарева, которая была, скорее всего, в 1941 году во время уже Великой Отечественной. Либо, может быть, там это что-то типа там начало марта. Начало марта 40-го года, но вряд ли. То есть, может быть, какой-нибудь котел Лемити она видела. Уже под закат советско-финляндской войны. Ну, явно не Сон Салми. И вот такая вот полностью комплектная, смотрите, с мега-редким... Опа! Как его называют? Шомполом. Вот полностью в родном дереве. На самом деле, это мега-редкие звери. Самое главное, смотрите, она еще и в родном... В Воронине просто вот родные здесь вот кольца тоже стоят, они свои, они на СВТ-40 не подходят. У СВТ-40 у них жабры с двух сторон были, а здесь жабры только с одной стороны и короткие. Видите, такая штука, поэтому любопытно, почему я уверен, что она из Финляндии на 100%. Вот видите, здесь щурок имеет вот такую круглую хренотень, такую вот кнопку. Соответственно, этот рог тоже именно от 38-й СВТ-хи, потому что дальше они уже пошли без нее. То есть его можно отличить прям со 100 ярдов. Открывать не буду на всякий случай ее, потому что она рабочая. Вот, соответственно, для того, чтобы ее купить, здесь нужны документы специальные. Стоит 8500 баксов. Вообще до хрена. Так, что-то кого-то зовут еще. Но я прям наслаждаюсь. Это вот прям то, что прям вот греет душу. Я причем даже тоже, ну, я советско-финляндской войной занимался, собственно, из-за того, что у меня непосредственно корни моей истории коллекционирования уходят в те времена, вот уходят в на Карельский перешеек, потому что я там вырос, в том числе, то есть я после того, как приехал с Гаджиева Мурманской области, я... жил в Питере, и бате дали дачу на Карельском перешейке. И, собственно, вот на Карельском перешейке все вот это вот с маленьким 11-летним Алешей, с хвостовиком от мины и куском каски, и кучей патронов в этой, как они называют, корзинке из-под грибов. Ну, вот, это все и началось. И вот такие вот, собственно, предметы, это была там мега-желанная находка. Вот, ну, непосредственно... Здесь мы ее видим, когда уже в некопанном виде, то есть я это все дело вот изучал, смотрел, когда в некопанном виде, это прям очень круто. В России это доступно только в виде СХП, либо в виде ММГ непосредственно. СХП это то, что бахает, но не стреляет, а ММГ то, что щелкает, либо даже не щелкает, но как бы сделано из вот такого целого. Ну просто прикольно, что здесь именно все вот вместе такое
прям вот в родном виде. В родном виде, то есть здесь мы видим отличие, вот, например, 40-й от 38-й, они выглядят примерно одинаково, но вот здесь вот эта вот площадка, у 38-й больше, вот эти жабры, получается, только с одной стороны, а не с двух, как я говорил. Шомпол, видите, сбоку они вот сюда входят, в 40-й уже здесь он. Потом что еще? Ну, рог, понятное дело. Здесь нет выборки вот такой вот облегчающей на затворе. Ну и по мелочи еще здесь тоже присутствует отличие. То есть они не взаимозаменяемые. Ну и, конечно же, штык. Штык, посмотрите, 38, я вам уже показывал. Вот когда там полгода назад, по-моему, видео опубликовал. Было интересно, почему я считаю, что, скорее всего, здесь это все из Финляндии. Потому что, во-первых, здесь мы видим, видите, тут выглядит это как трехлинейка. Сюда наверх переходим, здесь вот такая вот штука. Это лайка, это непосредственно финская штука. Вот мы здесь видим 1944 год, с граненки, причем она сделана, Suomi Army. Если мы посмотрим с вами на... вот это здесь еще трехлинейка была. О, нифига себе, продали. Короче, здесь была еще треха одна, но при этом, я не знаю, человек знает или нет, вот, но она была сделана из финской. То есть у нее, короче, вот здесь вот уже шла такая антапка, вот, точнее, сделана была из царской, но с финской переборкой. Вот, и, соответственно, она уже... А, или вон она. Ну-ка, давайте посмотрим. Видите, как проходят вещи? Еще утром была вещь. А, вот она. Все. Нет, это другая. Другая. Это тоже, видите, лайка. Блин, купили, вы смотрите как, а? Вот, причем стоила прилично, она стоила там нормально, я даже по фотографии потом опубликую ее. Там были первые императорские заводы в Туле непосредственно. Вот, соответственно, красивое расписное клеймо, и вот его забрали из-за этого. Ну, ничего. Что еще у нас тут? Мина, которую я показывал, видите, ее размер, 4000 стоит, морская. Мина, давайте ее тут вроде как подписали. Floating Sea Mine. Не, не подписали, к чему именно конкретно она относится. Что еще? О, смотрите, тренировочная винтовка. Swift? Непонятно, что это значит. Ну, очень непонятно, но очень интересно. Но таких столов здесь хватает, видите, такие вот с пулеметами, минами, пропеллерами вот такими вот здоровенными. А, и вот это... Ну, это такая композиция. А так вот, если еще сделать, вот прям хоть фоткой, да, воткнуто. Прям 16, с каской вот такой надетой, с ремешком распущенным и флаг вон там вот сзади, на фоне. Прям Вьетнам напоминает. Запахло напалмом по утрам. Значит, давайте еще с вами посмотрим. Так, с днем рождения, раз вы в США, вы просто обязаны показать что-нибудь по Японии. Давайте покажу что-нибудь по Японии. Вообще без проблем. Давайте сейчас посмотрим по Японии. О, нифига себе, такой пи***. Причем это настоящий. Прям такой, ну, реально на кулак. Так, что там еще у нас? Щиты не забудь, пожалуйста, со стримом. Так, ну да, надо будет посмотреть. Вот здесь по Японии есть прикольные столы спецов, японоведов, которым непосредственно я бы хотел... тоже еще и домой наведаться, потому что здесь присутствуют вещи в разном состоянии, в разной кондиции, и при этом здесь есть еще и непосредственно детали. Можно будет посмотреть, что подходит к той коллекции, которую я взял вот год назад, потому что сейчас как раз идет поиск, ЦУП поиск, Минук поиск, хабаки, когда они нужны, то есть там поиск деталья для комплектации японских мечей, которые... Их потеряли в свое время. Вот. Поэтому здесь как раз вот любопытно. И нужно будет прийти и поискать что-нибудь. Вот. Поэтому по Японии, да, здесь вот как раз хватает. Так, я все до Пенсильвании не могу. Хочется прикупить чего-нибудь. А где это место? Это в Пенсильвании непосредственно. С Петергофа привет. Здорово. Ниака, наверное, да? Что это такое? Что это такое? Кто спец по послевоенным штыкам? Какой тип это штыка? Что-то военноевропейское явно. Ой, восточноевропейская. А может и нет. Вот, расскажите мне. Значит, что у нас есть? Где это место? Это Йорк, Пенсильвания. Так, по К-98 хорошее было что-нибудь? По К-98 в итоге я 5 штук купил. 2 из них просто охрененные получились. Один на ЛБА.
подвесе армейском, на стандартном, еще один в состоянии просто в очень хорошем, и два просто хороших, таких вот прям вот, вот добрых. Ну, вот. Но при этом ни одного я не купил на выставке. То есть все пять штук, это была вот как раз коллекция, которую я взял, вот, что-то коллекция у ветерана выкупалась из Бруклина, вот, буквально несколько дней назад. Так, что с вами? Вот, например, стол Джонсон. Эти Джонсон Reference Book. И вот у него здесь лежат предметы. Вот, например, по медикам подборка есть. По радовцам тоже есть подборка. И здесь тоже вот эти вот предметы. Если вас интересуют какие-то, то вы можете обращаться, скидывать мне ссылку на предмет. Я могу организовать платеж и доставку непосредственно. Это будет 15% от чека непосредственно. То есть такой, ну, абсолютно как бы сервис фи. Ну и сама дорога. Вот. И поэтому можно будет таким образом. Потому что сейчас у нас вот этот как раз аукцион-брокер, как говорится, бро, он же бразер, он же брат, он же бродяга, как некоторые говорят. Ну вот, соответственно, вот в рамках этого проекта можно сделать. Но в этом все можно и напрямую, если что, обращаться. Потому что это один сейчас из способов просто коллекционирования. Люди, например, там хотят продолжать работать, ну вот, к примеру, с Томасом Витманом. Вот мы видим стол Томаса Витмана, не могут этого делать в силу там языковых причин или в силу того, что не могут провести платеж и доставку организовать. Я это могу сделать. Это вот, как я говорил, стоит 15% от чека. Да, есть. Да, вот я, собственно, про нее и говорю. Так, что у нас, давайте сейчас вот с видом стола Томаса Витмана проговорим. Так, с днюхой, Леха, всех благ, спасибо. Леха, с деревянными накладками всегда спорный вариант, все хотят классику. Не, почему спорный? Нет там спорного никакого варианта у деревянной накладки, потому что они изначально шли с деревянной накладкой, только потом добавились бакелитовые, потом дальше красный бакелит. Это если упрощенно говорить про штыки К-98. Тем более, ну, по деревянным накладкам тоже это все можно смотреть. У меня даже была, как это сказать, ну, такое, можно сказать, исследование. Я просто разбирал штыки, ну, вот, и смотрел оборотную сторону накладок. На самом деле, там еще каждый производитель маркировал с обратной стороны. Так, что еще у нас здесь? Петергофа, привет. Так, нюхай. Так, пума с деревянными... А, пума с деревянными накладками. Все хотят классику. Не, пума, да, не К-98. Пума с деревянными накладками, она присутствует, ее нужно смотреть по... непосредственно там, даже состоянию, условно, там, прилеганию тех же самых накладок к самому предмету. Если предмет достаточно зафактурен, чтобы сказать, что вот эти деревянные накладки единого сохрана, то мы можем, ну, как бы, с вероятностью там 100% сказать, что это несовременный передел. Меня здесь именно смущает отсутствие клейма на этом предмете. И смущает, что это 2 единицы, соответственно, за каждую единицу нужно будет платить растаможку, ну, вот, то на них, то есть, набегает сразу же автоматически. Вот, здесь дело такое. Значит, так, бери, пум уже не осталось, норм, забирай. Так, скажите, пожалуйста, как отправлять подобные вещи из США и Европы, проблематично ли? Это проблематично, но мы эти проблемы решаем. Если надо вам что-нибудь такое, то так, сколько стоит штурм для стрельбы? Шнур для стрельбы стоит порядка, короче, от $150 в гору, в зависимости от типа. Вы знаете книгу, которая по шнурам непосредственно, и к этой книге можно обратиться и посмотреть, какие именно шнуры и типы их были непосредственно там. Вот. Поэтому СГ-42, смотрю, долго не встречается. Спасибо, что сподобил купить в свое время. Да, пожалуйста. Ну вот, в хорошем состоянии действительно не встречается. У меня есть в состоянии в таком плюс-минус нормальном, но не в идеальном. Соответственно, я буду их выставлять. Кстати, у меня там 2 их есть. Один без набора. Вот такой. Hello, Thomas. Yeah. I heard something. Yeah. I heard something. Is it true? Today is your birthday? Yeah, it's my birthday. That's great. Happy birthday. Thank you very much. How old are you, Mr. Child? Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Just a child. A mere child. Thank you. 37. I could be your grandfather. Isn't that something? Yeah. That's true. Crazy, yeah. Thank you. Appreciate that. Oh, thank you. That's very nice. Вот Томас подошел, ему сказали, я тут хожу, все поздравляют. This is a live stream for Russian-speaking audience, yeah, that I promised, guys.
So. Hello, everyone in Russia. Yeah. Yeah. Видите, всем, всем привет. В общем, да, приятно. Так, что еще можно сказать? Да, еще можно сказать, то, что мне 21, но жизнь потрепала. Вот, к примеру. О чем я говорил? Выставлять предметы западных дилеров у себя в рамках проекта «Брокер». Я еще и дар красноречия покинул его. Ровно час, кстати, смотрите. Нет, 55 минут. Еще 55 минут до усталости. Ой, точнее, 5 минут до усталости еще должно быть. Здравствуйте, Томас. Все передам. Весельчак Томас, прикольный чел. Да, а, вот. Короче, я договорился о том, чтобы делать переводы. Переводы видео Томаса Витмана, переводы его распаковок, потому что очень много людей есть, кто интересуется, кто хотел бы эти переводы смотреть, но из-за того, что английский не знает, он не может их действительно смотреть в полной мере, да, то есть там показываются вещи, но о чем говорит Томас, а это на самом деле там 95, ну, не 95, окей, там 75% интереса, то, о чем говорит Томас, это недоступно людям. Соответственно, я решил это все дело переводить. Там достаточно большие расходы с дублированием всего этого дела, потому что там видосы по часу-полтора. Чтобы вы понимали, просто дублирование видео стоит денег, и денег оно стоит поминутно, и стоит оно прилично, поэтому там, ну, такие прайсы выходят за сами переводы. Все равно буду это делать в каком-то темпе. Первое видео уже практически переведено. Сейчас думаю, как его подать. То есть либо сразу вот так вот целиком вообще без купюр, либо все-таки можно разбить на несколько видосов, потому что так или иначе они идут... Ой, нифига себе, что дурмат понесли. Видите? Вот. Так или иначе, там полтора часа, и чтобы эти полтора часа смотрелись, возможно, имеет смысл его разбить. Ну вот, поэтому будет интересно. Это интересный такой проект, что Томас дал свои авторские права на перевод непосредственно видосов. Там их большое количество, и я думаю, сделать какой-то один из дней, не знаю, имеет ли смысл голосовать или нет, но вот какой-то один из дней для, собственно, перевода, для того, чтобы вот их показывать. Вот, поэтому такие вот тоже хорошие новости, крутые. Я говорю, что первый перевод уже сделан. Я специально не хотел это говорить, пока не переведется, потому что, ну, как обычно, скажу, и потом много времени пройдет до момента. На следующей неделе, либо, ну, там, в течение 10 дней, окей, специально так возьму, будет ответ. Так, Томасу привет, Томасу привет, я уже передал. Давайте еще что-нибудь посмотрим с вами. И уже будем уходить. Так, жетоны ЦЦ продают. Жетонами тема есть, но они не то чтобы очень сильно распространены. То есть жетоны – это вот именно те самые там личные вещи, которые люди любят, люди собирают, но их сильно много здесь нет в Штатах. Но тем не менее. Вот, что еще у нас тут есть? Rapture Duck. Это у нас тоже широко известный в узких кругах магазин, один из самых больших. В свое время он был прям, ну, вот такой вот глыбой, условно, да, через который проходило основное вообще количество сделок на этом, как его называют, на основное количество сделок на рынке, на местном, потому что отправляли предметы в там, Англию. То есть, грубо говоря, здесь в Америке покупалось, и в Англию все это дело продавалось на первых порах английским дилерам, а уже английские дилеры распространяли это на Европу и так далее. Здесь вот такой вот мост был. Это тоже интересно изучать. Я сейчас имею много знакомых, которые как раз вот готовы поделиться с этим, да, там, как они покупали, как они продавали предметы, какие там отельные покупки, продажи, распродажи были, то есть как они приезжали на какие-то тусовки, или, например, как вот Томас тоже. Короче, Томас Витман в своем переводе рассказывает про то, как он попал в самую большую коллекцию, которую он видел по униформе и по всяким военным вещам в 80-е годы. Значит, в 80-е годы он попал в... Этот, как его называется, в тюремное
тюремное, в похоронное бюро, и это было похоронное бюро, которое вот прям с самого начала, там еще там, ну, там 200 лет условно зданию, и на протяжении 200 лет они так вот работали. И когда кто-то умирал в городе, они сразу спрашивали, а у вас кто-нибудь служил или нет? И они могли оказывать там бесплатные услуги, например, там, по там, погребению человека за там, вещи, которые вот у него есть. И таким образом они насобирали, либо там платили какие-то деньги. Вот таким образом они насобирали огромное количество вещей от ветеранов, которые непосредственно были в Рейхе служили. То есть это были Нидерланды, ну, вот, и они таким образом вот так вот пополняли свою коллекцию. Но это то, что я потом расскажу вам, то, что я вам покажу уже с переводом там, Томаса Витмана. Уже скоро все это дело выйдет на ваших экранах. Так, сейчас меня слышно или нет? Расскажите. Потому что что-то перебило. Так, у меня тоже говорит тетка. Так, я весь Bluetooth выключил. Вот, потому что вполне вероятно, что так. Слышно. Жесть какая. Норм сейчас. Вот, короче, следующая ситуация. Мы сейчас будем с вами прощаться. Ну вот, прощаться мы будем с вами, потому что уже час вещаю. Мне нужно будет подойти буквально через 10 минут уже к человеку. Мы будем снимать видео. Это будет интервью из-за стола. И это будет интервью из-за стола, где будут прям прикольные вещи. Мы тоже еще пообщаемся с дилером, спросим у него про предметы, которые он покупал в давнишние времена. Потому что я говорю, что очень интересно просто узнать о том, как вещи приходили, как хобби зарождалось, потому что это всегда тоже любопытно, и вы тоже всегда спрашиваете. На этом я считаю, что можно обзор заканчивать. Я сейчас пойду еще раз посмотрю, помедитирую, было ли там клеймо, посмотрю, как все это дело там обстоит. Ну и пойду уже снимать видео. Всем огромное спасибо за поздравления. Участникам, кто участвовал в аукционе. Огромное спасибо всем, кто присылает заказы на предметы, которые можно найти здесь на выставке, либо на предметы, которые можно увидеть на сайтах, и вы тоже заказываете. Потому что это все заказы, это, да, это часть бизнеса, которая неотъемлема. Вот так вот она присутствует, ты не можешь только коллекционировать. За этим, за всем стоит огромное количество расходов, большая команда и так далее. И все это можно, ну, нужно понимать, что это все есть, что это нужно оплачивать, и каждый человек, который, будь то доставка, или будь то комиссия, или будь то даже экспертиза, это все, что вот идет на вот эти вот жернова и двигает наш огромный корабль War Story. Огромное всем спасибо, что досмотрели видео до конца, спасибо еще раз за вашу обратную связь, за ваши поздравления, мега приятно, безумно просто. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Спасибо. И выключаем.